Мама актрисы Айшвари Рай – Бринда, писательница. В 2003 году она написала сценарий болливудского фильма «Сердечная привязанность». Мама красавицы Нимми Вахидан была известной актрисой и певицей в 30-х годах прошлого столетия. К сожалению, она умерла совсем молодой, когда Нимми было всего 7 лет. Нааса Скари, мама актрисы Мумтаз, тоже была актрисой своего времени. Она работала с Притхвираджем Капуром и многими известными людьми. К сожалению, многие ее фильмы сгорели при пожаре на киностудии. Раджешвари Янгер, мать королевы Болливуда Шри Деви. Она руководила карьерой дочери и подписывала за нее фильмы. Говорят, что Шри Деви никогда не заканчивала дубль, пока мать не просматривала эпизод и не одобряла его. Бхавана Пандей. Мама молодой актрисы Ананьи Пандей. Она дизайнер костюмов и знаменитость в социальных сетях. У Бхаваны есть собственный бренд одежды Love Gen. Бхуми Педнекар и ее мама Сумитра очень похожи в молодости. Индира Бхадури и ее знаменитая дочь Джая Бачан. Мона Чавла с дочерью Джухи Чавлой. Тара Сутария и ее мама Тина в молодости. В 1967 году мама Лара Датты, Дженнифер Морин Стори, представляла Мадрас на конкурсе «Мисс Индия» и заняла второе место. Лара однажды поделилась ее фотографией в своем инстаграме и написала: «Яблоко от яблоньки недалеко падает». Моя потрясающая мама слева стала вице-победительницей на конкурсе «Мисс Индия» и была единственной участницей, которая вышла в платье. В хэштегах «Бывшая королева красоты» добавила: «Прямо как мамочка». Аша Ранаут – мама Канганы Ранаут. Мама Мадхури Дикшит – Снетладха, классическая певица и большое вдохновение для своей любимой дочки. Вина Тандон – мама Равины Тандон. Мама актрисы Саеши, Шахин Бану, тоже в свое время снималась в фильмах. Еще она племянница актрисы Сайры Бану, что делает ее дочку Саешу внучатой племянницей Дилипа Кумара. Согласитесь, что красавица Шрадха Капур очень сильно похожа на свою маму Шиванги. Она начала свою карьеру как актриса, но выйдя замуж за Шакти Капура, оставила кинематограф. Друзья, если вам понравилось видео, поставьте, пожалуйста, лайк и подпишитесь на канал. Впереди еще очень много интересного. С вами была Мила. До новых встреч!